Привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в Crossout Mobile. Да, эта игрушка на ПК была принесена сюда. В принципе, она уже вышла давно, ну и там много обзоров, то есть ничего нового я вам не покажу, но это такое первое, можно сказать, знакомство с ней. Я прошел обучение, получил второй уровень, да. Я думаю, немного вы понимаете. Ух ты, нифига себе, как-то... Сколько здесь примерно все стоит? Ой, стоит. Из чего игра стоит? То есть можно конструктор, да? То есть ты в любой последовательности делаешь там пушки, не знаю, колеса вставляешь, всякую фигню, короче, что ты хочешь, автосборка, да? Уверен, что хотите случайно бронемобиль. Бук. Вот так вот, видишь, автосборка. Вот, он может автоматически, короче, собираться, как ты хочешь. Для этого не нужно очень много, можно сказать, ума. А если ты немного креативен, то, пожалуйста, собирай здесь пушку. Вот, например, стоит, да, вот можно. Вот сюда его поставить, да. То есть я, в принципе, а, кстати, почему у меня уже... 4 пушки, блин. Снимите на превышенность. Снимите лишнее оружие, установите кабину побольше. Значит, получается, ее мы уберем. Ой, это. Куда я ее поставил? Вроде там на склад, да. Вот на пол, блин. Все, лимит превышен, да, у нас. Новости, батл пасс. Как обычно, батл пассы. Детали, здесь что у нас произвести, что нам нужно купить, опять бабки, склад новое, это мы уже установили, вот посередине капота, по-моему. Все, играем. В бой идут одни старики. Кнопка захвата здесь, как обычно, можно сказать, гоночки такие, ну, типа, правый прицел, левая езда, как вы видите сейчас на экране. Ожидание других игроков. Давай быстрее, ключа. Погнали. Единственный конструктор, я, знаете, не особо, можно так сказать, креативен в этом плане, чтобы прям уж сделать... такую боевую машину. Так, теперь у нас... А, здесь, кстати, можно по прицел сделать такой. Если ты хочешь что-то прям конкретное расфигачить. Так, ну что, подлагивать, что ли? Вот, например, какую-нибудь деталь там, не знаю. Давай. О, он перестал ездить. Все, можно теперь вот в эти стрелять. А, он перезаряжается же. Давай. Вот. Типа по этим, по шарам ему, да. Так, давай по колесам. Вот, колесо отвалилось. Второе, все. Противник захватил базу. Сейчас поедем. Так, давай. О, видишь, он катится кое-как. О, вот это вообще. Ну, сейчас колеса. Все колеса. Они ездят. Все. Все 4 колеса. Пускай стоит он теперь. Так, тебе тоже, да? Ганс. 20 очков. Ну, это я так понял, сначала бота по-любому. А, блин, мы берем прицел. Так, да, штук. Так, надо назад, на нашу базу. А, ну, в принципе, один противник остался. Давай, стреляй. Задымился. Бам. Все, изи. Изи-пизи, лемон-сквизи. Далее, первый какой-то это, не знаю, по-моему, я тоже там. Двойные очки, нет. Собрать опыт, помощь в убийствах. О, я убит один, 3 помощи. Нормально, в принципе. Требует 0 мощи. Опять PvP, смотрим, мы
Получается, мы левел какой-нибудь получили, да? Третий левел. Обмен золото, ресурсы, рынок еще есть. Получить. Вот, получить. Вы получили деталь мощностью 9. Вот. Вот как раз про это я и говорю. Типа сейчас склад. Деталь можно установить. Вместо чего? Ну. Типа автосборка. Так, подожди, у меня мощностью 9. Мощность 19, 9. Слушай, ну а что это такое у нас? Можно установить 7 деталей. Вот это удалить, это что вот у нас? Корпус. Это мощь. Так, это у нас еще вообще, блин. Что это такое? Блин, надо ее перевернуть еще. Вращать. Это у нас корпус, да? А какая у нас деталь, например, это? Ладно, фиг с ним. Отмена. Убрать. Вот. А вот это что у нас? Корпус, да? Если убрать. Это у нас. Ладно, хер с ним. Короче, ладно. Мы все поняли, собрать, собрать. Конечно, я так маленько и не понял, но у меня, в принципе, хватает. Идем дальше. Погнали нафиг. Почему-то я вначале вообще такой мощный, мощный. Уничтожить врагов или захватить базу. В принципе, нам и то, и то надо. Ну что, погнали. Это же тот же, да, только с другой стороны. Понял или что? Вот тоже как. Или нет? В какую мне сторону ты ехать? Ну, давай сюда. Ну давай, кстати, не шутишь. Давай, 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 давай. Что-то мы вообще полчаса пока едем, а там уже точку захватить. Мы не в ту сторону поехали, мы меня куда привезли-то? Можно проехать? Понятно все. Поехать нельзя. Ну, погнали, что тогда? Чуваки уже, наверное, подъехали на точку, а мы все. А мы все едем, едем, едем. Во. Противник захватил. Блин, колеса еще. Давай, ребятушки, ребятушки, давай. Во. Да стой ты, блин. Давай, во. Так, мы захватили флаг. Так, эти все едут, я так понял. Во. Здесь тоже это ранние пташки потерялись. Я уведем со всех пунктов. Плохо, блядь. Давайте, колеса. Колеса. Всех развалили. Изи, противники уничтожены. Где тут вообще есть какой-нибудь? Я не помню, как даже меня здесь завод собрать, собрать. Я тут 0,5, да тут 5 помощи, но ни одного не убил. ПВЕ. Бой. Ну давай попробуем ПВЕ сейчас еще. Что это у нас? ПВЕ. Какое? Наверное, интересное.
Погнали. Поехали. Так, а нам защитить надо. Враги, короче. Нам надо защитить точку? Или чё? Давайте, нифига себе, сколько врагов уже. Так, давай. Бомс, давай-ка. Тройное убийство. Четверное. Нет. Да, ультра разрушение. Так. Давай. Нифига себе. Враги новые. Блин, я не думал, что еще новые появятся. Давай, братан, иди. Смотри, ты вообще не пробиваемый. Несколько еще. Ну, а что тут за скамеры? Блин, ну давай поехали отсюда еще. Сбиваемся мы. Двигайтесь к новой базе. Давай. Вонючки. Так, приближаемся. Босс, короче. У нас босс. Давай, вот. А где босс? Где этот босс? Хьюго босс. У нас никого же не убили. Ой, вот босс. Да. Мы его сейчас зафигачим. Бэмс. Ой, блин, я думал, все. Все новый базе, блин. Капец, ну вообще. Что-то детали, блин. Поехали! Блин, пока все изи. Ух ты, вон там тройные какие-то. Как звездочные. Блин, мы его уже убили одного. Второго почти. Давай быстрее. О, у меня тоже сейчас, наверное, дофига 448. Давай чуть-чуть осталось, братан. Давай. Ух ты, 21. Так, надо двигаться назад. Назад двигайся. Давай. На 20% осталось. А, мы возрождаемся. Я-то думаю. Нифига не возрождаемся. Ну, значит, нормально. 1%. Приближаются новые враги. Ага, у меня 1%. Это вообще полуживой. Понятно? Тут даже костят. До возврата 13 секунд. Следующий. Тут, короче, походу битва. На жизнь, на смерть. Защищайтесь, поехали. Он на 5 из 6, и потом последний будет, да? Нормально, ничего. Это непонятно, ну приблизишь что ли. Давай. По колесам, фига, по колесам, что вообще.
Давай, 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 давай. Опять босс. Блин, последний волна, да? Давай. Ой, у меня вообще по невыгодной позиции. Давайте, ребят, там боссы фигаются. Убили, что ли? Покоцали пока. Защищайтесь. Так, ну. Победа. Неужели? Все, хватит. Тут собрать. Ух ты, все, пособираем сейчас. Столько, ой, пушку новую открыли. Ой, поздравляю, новый уровень. Можно тачку даже собрать. Третий уровень, ух ты. Ой, я первое место. Хо-хо. Получить дробовик, получили отлично, получить. О, сколько здесь деталей. Ну вот как раз можно потом посмотреть, что за детали. Ну а пока, в принципе, на этом все, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайк. С вами был Шевиля, до новых встреч, пока.